have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы сегодня играем в одну очень интересную игрушку. Сейчас я надеюсь, что люди поднаберутся. А, вот так, хотя бы вчетвером начнем играть. И так. Очень страшно. Ты это вытащил? Да. Зачем ты вытащил сбоку? Чтобы мы проиграли. Спасибо, Карл. Ну, не. Черт. Да отпусти! А как отпустить? Не знаю. Серьезно? Я хотел друг... Минуточку, а правила разрешают другую вообще брать или нет? Я не знаю. Нет. Ладно, видимо, за какую взялся, ту и тащишь. Я тебя понял. Нужно думать хорошенько так. Нужно реально подумать. Я уже хорошенько. Знаешь, какой, если... Хорош вытаскивать, блин, всякие левые эти. До свидания. Он что, дебил, что ли? Ну, он не, ну, в смысле дебил, он просто не знает, как это все делается. Давай, еще разочек. Пока что это все заканчивалось очень быстро. Давайте, давайте, еще пару людей. Ладно, втроем. Я знаю, что я следующим буду вытаскивать. Не знаю. Я очень за тебя рад, что ты знаешь. Я вытаскиваю. Думаю, оно не упадет. Надеюсь. Что? Блин. Я хочу отпустить! Минуточку. Snap, rotate. Ты можешь отпустить? Давай, немножко. Оно упадет, ты знаешь, да? Нет! Я очень надеялся, что та штука не упадет. Она так зацепилась в конце. Ничего себе, как много. Ага. Блин, это сложно. Я хочу сделать свой план. Я просто не знаю. Так, хорошо, нагрузка, по идее, распределена сейчас сюда. Значит, можно... Не, я сейчас схожу, кстати. Да. Ну, вон, чувак сейчас развалит. По-моему, все мои расчеты сейчас пойдут нафиг, потому что чувак сейчас все развалит. У меня все один и тот же план. Я хочу всем просто поднасрать. Я хочу, чтобы одна... Я хочу, чтобы одна палочка держала все, и если... Все, до свидания. Та-та-да! Ложи! Ложи скорее, передай ход! Все! Нет. Оно так держалось, классно. Подходите, бесплатные пирожки. Вот. Видишь, как набежала? Вижу. Бесплатные пирожки, блин. А я тебе специально так положил. Да ты издеваешься. Да. Сейчас следующий ходишь, да? Да. Ты знаешь, ты что можешь поворачивать камеру, да? На правую кнопку мыши. Что-то мне раньше об этом не сказал. Блин, а как я теперь буду вот так? А вот этого я теперь не знаю, меня это не волнует. Блин, если я уберу эту штуку, все же по-любому развалится, все как раз и держится. Но я, например, вот, да, я видел, вот эту можно было убрать. Блин, а если, блин, у меня есть такая идея. Смотри. Если ход дойдет до меня, мне хана. Знаешь, да! Вообще-то я бы следующий походил, мне бы был хана. Нет, следующий ход был бы еще нормальный, а вот после тебя вот это был бы уже все. Дизастер, блин. Боже, люди, ну давайте. Бесплатные пирожки же. Пирожки ну же. Ну как можно отказаться? Заходи. Подходи, а торопись. А давай еще вдвоем пойдем. Ну давай, все равно проиграем. Какая разница? Так.
Ну, я примерно понимаю, куда ты. Вот это ты зря делаешь. А я знаю, потому что я хочу это сделать. Нет, зря в смысле, что для меня сейчас будет безопасно. А я тебе сейчас сделаю опасно. Я так не думаю. Давай вперед. Я примерно тоже знаю, где ты сейчас потащишь. А сейчас тебе плохо будет. Не-не-не, мне нормально, мне вообще хорошо. Блин, ты что, хочешь эту штуку вытащить? Не смей, не делай этого. Блин. Ну и что ты наделал? Ну так шатается. Иди нафиг. Ходи, ходи, давай, давай, давай. Так, какой там кнопкой вертеть вот этой? А что там деталька валяется? Ой, там много Не деталек валяется. знаю. Наверное, кто-то выкинул, когда тут играл. Ой, блин. Значит, сейчас опасно. На, держи. Я напугался. Знаю, я этого и хотел. Блин, такое ощущение, как будто мы немножко неправильно играем. Мы совсем неправильно играем, я это знаю, но ничего не Блин, поделаешь. а у меня идея есть одна, очень подлая, знаешь. Очень подлая идея. Если я сделаю... Все. Следующий ход тебе хана. Там. Она же так ровно держалась. Нет, я тебя предупредил, следующий ход тебе хана. Зачем опять вдвоем? Ладно. Вдвоем интересней. Если я сделаю вот так. А, то есть ты пошел по безопасному пути. И на то же место положи, прикинь. Неудачник, блин. Че, давай еще раз вдвоем? Да погоди, сейчас, может, еще люди подойдут. Это было фиаско, братан. Ладно, запускай, пофиг. Не смог на то же место положить, блин. Рачок, кабачок. Да давай, тащи уже. Это мой самый детский план. Я буду играть совсем наоборот и совсем неправильно, На. знаешь? Алла. Блин. Знаешь, я, кажется, совсем нечестно играю. Я беру штуку и в одно и то же место просто вот так. Чёрт. Блин, а сейчас опасно. Сейчас опасно. Да, блин. Я хотел дырочку затащить эту штуку. Так, погодь. Сейчас, погоди, немножко наберем народу. Элизбиди. Ого. А почему он первый будет ходить? Ну, потому что он сверху. Я не знаю. Не спрашивай. Ну, ладно, поехали. У меня есть одна очень хорошая идея. До свидания. А если? А какой там кнопкой переворачивать эти штуки? Крутить можно, R. Ну, там вон же у R. тебя написано вся менюшка. У меня есть один очень опасный план.
Ну ты проиграешь сейчас. В смысле? Ну я хотел туда поставить, ну что это такое? Мне это не нравится. К успеху пацан шел, давай, не фартануло. Что делаешь вообще? Я не понимаю, это рандомно получилось. Что это такое? Я ничего не делал вообще. Ну, давай, жми. Само, ага. Я специально это сделал, знаешь. Фух. Блин, так у вас есть больше места, чтобы выиграть. Это кто сейчас ходит? Кто-то такой же умный, блин, как и ты. А-а-а. Че ты делаешь, блин? Давай, ставь уже. Ставь. До свидания. Он дебил? Не знаю. Он не умеет играть? По-человечески. О, опять нас 4. Я хочу сделать вам очень такую классную штуку. И она вам не понравится. Я хочу сыграть с тобой в игру. Упс. Давайте, думайте, что надо делать. Ну, сейчас не я хожу. Ну, понятно, блин, да-да-да. Тебе так не получится поставить. Миночку, по-моему, на геймпаде, что ли, играет, что у нее такие движения. То есть я не знаю, как можно мышкой так двигать. Знаешь, нужно больше не пускать его в игру. Да, хорошо. Давай вдаем. А то они не умеют как играть, не знают, что ли. Габи Каракирова с нами. Ты сейчас нет? Ну я сейчас ходил только что. Ага. Я знаешь, что я хочу сейчас делать? Ты не знаешь моего плана? Не знаю. Сам не нет, знать. Не делай этого. Фух. Фух. Знаешь ты, что она упадет, да? Нет. Блин, жалко. Жалко, что не знаю. Стоп, блин, а сейчас напряженка. Ага. Если я сейчас делаю, блин, как опасно. Стоп, почему я не могу ходить? Ты поставил? Потому, ну, настрой, потому что. Правда? Мы же вдвоем. Нет, мы втроем. Правда? Почему я не могу ходить? Почему комп ходит сам? Ну у тебя не получится это вытащить, успокойся. А если получится? Да ну блин, не должно. Я не думаю, то, что это получится. Да блин, деньги... Надеюсь, мы вдвоем. Ну так видно же, где мы вдвоем, сколько людей на сервере. Все видно, что каждый раз надеюсь. Ой, блин, я зря так положил. Зря. Нет, не делай этого. Нет. Нет. Нет, нет, нет. А, ну из-за лишнего веса вот эту штуку мне дать. Да ну нафиг, короче. О, давай еще все поломай, давай еще. Стой, стой, стой. Стой, ладно. Случайно. Я не учел, что там лишний вес давит на эту штуку и не следует на нее. Угу. Так, по идее, сейчас вот здесь должно быть... Блин, я хочу это вытащить. Мне хочется проверить, безопасно ли это. Так, это весело так, и так, без опа. Все, ставь. До свидания. Да блин, я зря вытащил эту штуку самому низу, зря. А, да. Ой, как зря. Блин, тут деньги какие-то дают, на них что-то можно покупать, наверное. Наверное. Сейчас, погодь, давай еще, вот. Блин, это же Элисбири. Да, 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 да. Ну ладно, сейчас посмотрим, как будет.
меня есть и я тот есть ходить. План, только немножко получше, чем этот. Ich habe Pläne, große Pläne. Вот это сейчас было щекотно. Ой-ой. Ой, страшно. Этот парень ходить будет? Не знаю. Да. Он ходит. Надеюсь, он ничего не разрушит, как тогда. Давай. Чпок. Ложи, давай, давай, давай. Он так бросил. Нет. Нет! Даня, нет! Нафига ты это тащишь? Она тебя сожрет, не ходи туда! Да, он такой дебил. Стоп, она сама все выскальзывала. Да, я думал, что этот чувак тащит. Пойдем. А, ладно. Ну. Да поехали, ладно. Ладно. Так, очень детский план. Буду очень детский план. Стоп, погоди. Нет! Что? Каким образом? Я хотел здесь штуку подтолкнуть что-то, чтобы вам было тяжелее. И чтобы вы ничего не смогли вытащить. Вывод! Будешь поднасирать другим людям, отразиться на тебе. Так, давай немножечко. Вот так, спасибочки. Это карма, чувак, это карма, я тебе серьезно говорю. Каким образом? Давай. Что это такое? Поехали. В этот раз я уже буду по-нормальному читать. Давай, давай. Да я вижу, как ты по-нормальному. Все сразу. Да как так? Заходи. Мне это не нравится. Во, короче, 500 людей. 500 людей? Нормально. Ну, шестеро как минимум. Да. Так, я хожу. Я хочу вот это. Мне интересно. Все, чувак, до свидания. Ну все, все. Что? Это вообще законно? Блин, знаешь, если я попытаюсь это сделать, это будет очень опасно. И если другой это сделает, ой-ой, как потно, как тяжело, как страшно. Смотри, 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 я вижу наклон, куда оно идет. Блин. Делаем ставки, кто проиграет, Бэтмен или ты? Я... Сейчас ходит конечно Бэтмен? Конечно же. Блин, мне страшно. А, Бэтмен нашел безопасный путь. Но я, в принципе, тоже, я думаю... Опс. Вытащить он вытащил, поставить не смог. Это печалька. Белый. Фух. Стоп, а тут, кажется... А, блин, нет. Заходи. Тут магазин есть? Да, ну деньги ж не зря даю. Сейчас, погоди, может, еще кто-то... Блин, а можно я пойду в магазин посмотрю? Да давай, наверное, потом, сейчас. Ладно. Все-таки неприлично было бы от зрителей-то уходить. Ну, пофиг, давай так, втроем. Так, ты, я и ДГФТБ. А, ДГВФУЮ. Ну, короче, да, ты понял. Нет. Я ничего Пуньк. Не понял. Перемещаем а баланс. А если... До свидания. Каким образом? Что это сейчас было? Потому что нужно просчитывать, куда идет давление. Ладно, ребятушки, на этом тогда мы сегодня и закончим. По-моему, очень прикольная, такая приятная игра для времяпрепровождения. И поржать, и понервничать, и порадоваться. Вроде простые вещи, но напряжненько. Все, ребятки, увидимся в следующих сериях. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.